Добрый день, дорогие друзья! С вами Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты». Новая поклонница, да еще какая, появилась у Димаша Кудайбергена. Знаменитая перуанская певица Айлон Ева, известная не только в Перу, но и во всем мире, получившая в 2019 году премию Грэмми, обратилась лично к Димашу Кудайбергену. Hola, ¿cómo estás? Димаш Кудайберген. Quiero que sepas que soy Eva Illón, cantante del Perú. Здравствуйте, дорогой Димаш. Я хочу, чтобы вы знали, что я Айлон Ева, перуанская певица, которая вот уже 50 лет поет на сцене. Я никогда не слышала голоса подобного вашему, ангельского, волшебного. Вы меня просто околдовали, и я в вас влюбилась. Каждый день я молюсь Богу, чтобы Он сохранил ваш прекрасный голос. Я вижу, что вы благородный, хороший и красивый человек, как и многие из вас. Позаботьтесь о своем голосе, который подарил вам Бог. Я увижу вас 10 декабря в Нью-Йорке. Я очень хотела увидеть вас, ведь до этого я только слышала, как вы поете. Впервые это случилось в тот день, когда у меня случилась беда. Я похоронила свою маму, и вечером, когда я легла спать, я включила Facebook и прочла SOS. Это была первая песня в вашем исполнении, которую я услышала. С тех пор я уже не останавливалась и слушала все ваши песни. Жаль, что у меня нет сотового под рукой, чтобы показать вам все просмотренные видео. Я восхищаюсь вами, я вас люблю. Берегите себя, берегите своих родных. Вы хороший сын, хороший художник, вы лучший в мире певец. Я восхищаюсь вами. Димаш, берегите себя. Друзья, какие замечательные слова. Казалось бы, люди живут в разных странах, на разных материках, воспитываются в разных культурах. Но это не мешает им служить музыке и видеть главное. Спасибо Еве за то, что сумела разглядеть дар Димаша. Эта история еще раз доказывает, даже океан и огромные расстояния не являются преградой для настоящего таланта. Друзья, всем большой рахмет! С вами была Авдотья Федорова на канале «Звездные секреты».